Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Работайте бизнес-классом. Всем привет, с вами Ким Коршунов. Это Гаджетоманы новости. Новогодний подарочный гид. Компания Tonino Lamborghini Mobile представила две новинки в так называемом сегменте Technolux. Две пары наушников. Первые являются накладными и, конечно, премиум-класса. Spectrum One. Среди особенностей — динамический дизайн. На наушниках красуется логотип – разъяренный бык, покрытый 24-каратным золотом. Доступные цвета – элегантный серебряный и эмоциональный красный. Говорят, наушники обеспечат звук высокого качества, отличные басы, естественные и выразительные средние частоты и кристально чистые верхние частоты. Амбушюры из мягкой кожи и заполнены пеноматериалом с эффектом памяти. Spectrum One стоит 300 евро. Quantum – это вставные наушники. Особенности те же – премиальный дизайн и высокое качество звука. В серии три модели. У всех кабель с прочной тканевой оплеткой и логотип с образом разъяренного быка. Первая модель L01 настроена на усиленное воспроизведение низких частот. Наушники оснащены однокнопочным пультом с микрофоном, совместимым с Android-устройствами. Quantum ML01 отличается чистым детализированным звучанием, плотный бас и особенно выразительная передача вокала. Самая мощная модель в серии Quantum HL01 принадлежит категории high-end – непревзойденное качество звука. Посадка в ухе комфортна и надежна благодаря специальным амортизирующим элементам. Эта модель также подойдет тем, кто любит слушать музыку во время занятий спортом. Quantum L01 обойдутся в 100 долларов, ML01 – порядка 150 долларов, а стоимость самой мощной модели Quantum HL01 не превысит 199 долларов. Еще одна интересная новинка – Pocketbook 630 Fashion. Говорят, что это не просто новая читалка, а новая читалка с уникальными функциями. Внешне это 6-дюймовый ридер с узкими полями вокруг экрана, корпус в двух цветах, а кнопки листания на задней стороне позволят одновременно держать ридер и перелистывать страницы. В комплекте с Pocketbook 630 Fashion эксклюзивный аксессуар, разработанный совместно с брендом Kenzo. Это роскошная черная обложка с тиснением под крокодилом. Аксессуар полностью повторяет уникальную форму ридера, понравится и бизнесменам, и молодежи. Внутри читалки процессор 1 ГГц, страницы перелистываются плавно и быстро. Встроенной памяти 4 ГБ, есть поддержка карточек microSD. Pocketbook 630 Fashion оснащен хорошим экраном 1024 на 758 пикселей и подсветка Front Light. Встроенный датчик уменьшит или увеличит яркость, когда потребуется. Ридер поддерживает 19 популярных текстовых и графических форматов. Есть предустановленные словари Ebilingual. Pocketbook 630 Fashion умеет выходить в интернет. В наличии модуль Wi-Fi. На ридере установлен сервис для общения в социальных сетях ReadRate, а также Dropbox и книги по e-mail, чтобы передавать контент на устройство без подключения к компьютеру. Стоимость Pocketbook 630 Fashion – 8990 рублей. Отличный подарок для детей – детский браслет корейской компании LG Kizon, анонсирован для Европы. Kizon – это устройство для слежения за детьми. Гаджет позволит родителям всегда знать, где сейчас находится их чадо, а те в ответ могут связаться с домом нажатием одной кнопки. Ранее устройство поступило в продажу на рынке в Южной Корее, теперь обещают появиться на прилавках польских магазинов, а потом и в других странах. Гаджет уже одобрен агентствами сертификации как устройство, безопасное для каждодневного ношения. Напомним, что с помощью LG Kizon родители могут просматривать местоположение ребенка через специальное приложение. При желании можно настроить уведомление по определенному времени. Емкости аккумулятора хватает на 36 часов. Как только заряд упадет до 20%, на смартфон родителей придет уведомление. Что касается детей, они могут связаться с домом, повторимся, путем нажатия одной кнопки на корпусе устройства. Сколько оно может стоить в официальной продаже в России, пока неизвестно. Представлена умная домашняя колонка Amazon Echo. Гаджет Echo – это первый шаг интернет-гиганта на рынке домашних умных устройств. Обычно, на первый взгляд, колонка имеет ряд уникальных функций, в числе которых электронный консультант Alexa. Общаться с Alexa предстоит голосом, благодаря 7 встроенным в Echo микрофонам. Причем в Amazon уверяют, что консультант не воспринимает речь, пока к нему не прозвучит личное обращение. Функциональность Alexa широка. Можно узнать погоду или высоту Эйфелевой башни, попросить назначить дело, поставить таймер и много другое. Amazon Echo берет информацию из интернета. Управлять новинкой можно не только голосом, но и с помощью приложения на Android. В Echo также имеется веб-интерфейс для тех, у кого экзотическая ОС или тех, кому лень установить программу на смартфон. Обычная цена – 199 долларов, однако если вы подписаны на сервис Amazon Prime, колонка обойдется в 99 долларов.
Ну и какой новогодний гид без смартфона? Xolo Q1020 – недорогой смартфон с деревянными рамками. Новинка интересна не только необычным дизайном, но также невысокой ценой и хорошей начинкой. Экран гаджета 5 дюймов, 1280 на 720 пикселей, плюс стекло Gorilla. Процессор 4 ядра, MediaTek 6582. Графический ускоритель Mali 450. Оперативной памяти гигабайт, встроенной немного, всего 8. Есть поддержка microSD. Камера. Основная 13 мегапикселей и с сенсором Exmor RS. Фронтальная обычная 2 мегапикселя. Разумеется, есть 3G, Wi-Fi, GPS и Bluetooth 4.0. Аккумулятор тоже стандартный, 2100 мАч. Толщина смартфона 8,7 мм. Ну и, конечно, приятный внешний вид. Новинка поставляется в двух цветах, черном и белом. Стоимость в рублях 8600, ну, плюс-минус. С вами были гаджетоманы новости, новогодний подарочный гид. Пока.